Главное событие недели не только в Северной Осетии, но и по всей стране. Чемпионат МВД России по дзюдо, посвященный 70-летию победы, прошел во Владикавказе. В течение 3 дней за призовые места в 7 весовых категориях боролись спортсмены со всей страны. 500 человек, сотрудники полиции и представители образовательных учреждений системы Министерства внутренних дел. Среди 70 команд страны лучшей стала сборная Северной Осетии. 6 из 7 ее участников стали призерами. Это труд усилия всего ведомства. И во главе с министром Артуром Фазлаевичем Ахметхановым и всего тренерского состава, который трудился над тем, чтобы этот результат имел место быть. И непосредственно ребят, которые представляли нашу республику. Поэтому я всех поздравляю с успехом. Поздравляю с приятными, зрелищными, запоминающимися днями, проведенными в манеже. Одним из героев чемпионата стал Давид Битиев. В весовой категории до 100 кг в тяжелой схватке он занял первое место. Теперь он будет тренироваться со сборной командой России. Конечно, рад, что дома выиграл. Дома выигрывать намного приятнее, чем за предел. Ну, конечно, тяжело было. 5 схваток провел с соперниками уже. Почти все знаем друг друга, поставим вместе на сборах, поэтому тяжело, приходится искать что-то новое. Поэтому, конечно, устал. В торжественной обстановке на церемонии награждения заместитель МВД России Игорь Зубов подвел итоги личнокомандного чемпионата. Наряду с победительными полицейскими Северной Осетии на пьедестал почетов зашли команды Рязани и Владимирской области. Лучшие из лучших теперь войдут в состав сборной страны, которая представит Россию на чемпионате мира по дзюдо среди полицейских. Дзраса Багаева, Заур Целов, Осетия ТВ.